Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу представить рецепт буженины. Мясо всегда получается очень вкусное, просто пальчики оближешь. Для приготовления я всегда использую большой кусок либо окорока, либо кусок шеи. Использовать я буду кусок весом 1,5 кг, который для начала обмою и обсушу бумажными полотенцами. Для приготовления мне понадобится головка чеснока и одна морковка. Чеснок и морковь очищаю. Зубчики чеснока разрезаю пополам. Морковь нарезаю брусочками. В куске мяса при помощи ножа делаю проколы, в которые в дальнейшем помещаю в шахматном порядке зубчики чеснока и брусочки моркови. С ними мясо приобретает особый аромат. А после приготовления на срезе кусочков морковка выглядит очень аппетитно. Перевернув кусок мяса, повторяю всю процедуру с чесноком и морковью. Для маринования подготавливаю смесь из 2 чайных ложечек соли, 1 чайной ложечки смеси перцев и 1 чайной ложечки паприки. Данную посыпку тщательно перемешиваю до однородного состояния и руками начинаю втирать тщательно со всех сторон. Перевернув кусок мяса, продолжаю обваливать в нашей посыпке. А после того, как обваляли в нашей посыпке весь кусок, я беру фольгу и как можно более плотнее заворачиваю в 3-4 слоя. Далее мясо помещаю в холодильник минимум на 12 часов. Но еще лучше, если оставить его на сутки. Через сутки достаю с холодильника мясо, укладываю в форму для запекания. Духовку предварительно разогреваю до 200 градусов. После чего, поместив мясо в духовку, перевожу ее на 180 градусов и выпекаю в течение 1,5 часа. Через 1,5 часа достаю, раскрываю фольгу и отправляю еще на 15-20 минут, чтобы приобрела красивую золотистую корочку. Приготовленная буженина выглядит, очень аппетитно. Никакой магазин и колбасой невозможно заменить приготовленное мясо. Посмотрите, какое аппетитное и красивое оно на срезе. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!